Коронавирус еще не побежден, а это значит, что в ход идут все способы преодоления инфекции. Как говорится, на войне как на войне. Работники компании Dorex приступили к дезинфекции улиц, особенно мест, где находится больше всего людей. В сегодняшний день мы работаем, получается, гипохлорид натрия. В принципе, мы это отработали согласно ГОСТа, с водоканалом проработали, с лабораторией в целом. Это допускается, и на сегодняшний день мы возим полностью данный состав с водоканала. В принципе, все улицы отрабатываем этим раствором. На помощь муниципальному предприятию пришел частный бизнес. Профессиональная служба дезинфекции «Санмастер» вместе со своей техникой тоже вышла в город. Современные технологии обработки дают хороший результат. Данные дезинфицирующие средства имеют высокое вирусицидное действие, действуют на все известные вирусы, в том числе на коронавирус. Обработка проводится в профилактических целях, недопущение проникновения, занесения вирусов извне. Распространения в целях борьбы с инфекцией. Обработка поверхности проходит с помощью моторизированных опрыскивателей и генераторов аэрозольного тумана. Это позволяет обработать большие площади и прилегающие к ним постройки строения. Пока в дезинфекции есть потребность, работы будут идти круглосуточно. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика.